Друзья, всем привет! Не знаю даже, если честно, о чем это видео снимать. Прикупил себе такую штуку, монопод. По идее, ну, как бы давно себе хотел его взять, но, как это обычно бывает, типа, а ладно, а потом. И, ну, в общем, прикупил. Давно хотел и наконец-то прикупил. Зачем видео снимаю? Ну, даже не знаю, чтоб сказать, что я не потерялся. Просто единственное, почему видео не выходит, нечего снимать. То есть такой своеобразный творческий кризис. У меня периодически они бывают. Да, у всех ребят, кто занимается контентом, знают, что такое творческий кризис, когда у тебя, ну, просто у тебя нет идей. У тебя нет идей, и тебе даже неохота их... Обычно идеи, они сами возникают, сами вот. Идея как-то хоп, проснулся и возникла. У меня бывали случаи, когда я обычно записываю, типа, насчет чего я хочу сделать следующее видео. И бывали дни, когда у меня было по 15 прям прописано. То есть это за один день буквально рождалось там куча идей. А сейчас вот такой вот момент настал, и все. Ну, еще, может, что произошло. Я в последнее время думаю над какой-нибудь новой темой заработка. И вроде вчера кое-что нашел. Пока я об этом распространяться, говорить не буду. В двух словах, это работа, можно сказать, через телефон, через Telegram. И вчера у меня за день получилось что-то в районе 700 рублей. Да, это мало, но зато просто у меня нет никакого наставника, я чисто сам. Это никакие не ставки, не бинарные аукционы, это чтобы никто ничего такого не думал. То есть это без вложений реально. И ничего покупать не нужно, ничего продвигать не нужно, продавать какие-то рассылки, этого делать ничего не нужно. Ну, в общем, все равно догадываться и не пытайтесь, как бы все равно не скажу. Ну, в общем, получилось 700 рублей, если честно, будет 638. Плюс я нашел огромную кучу ошибок у себя, которые я сегодня исправил. И буду смотреть, какие будут еще ошибки выявляться в этом процессе. Занимался я буквально где-то с 9 утра, часов, ну, до 12 ночи, наверное, с перерывами на обед, и вот так вот все время с телефоном, грубо говоря. Вот. И сегодня я понял такое, что столько времени там проводить не нужно. Достаточно встать пораньше, часов в 6 утра, где-то до 9, до 10 посидеть. И часов с 8, наверное, где-то до 12, до часу ночи. Вот это время. А все остальное время, оно не нужно. Но я обязательно сделаю видео по этой теме. И кому интересно, в дальнейшем, скорее всего, буду набирать людей к себе в команду. То есть, чтобы занимались. Вот типа есть как TikTok House. Мы будем создавать свой хаус. Ну, не TikTok, а Telegram House. Так его скажем. И делать дела, зарабатывать деньги. Вот. Ну, а сейчас я куда вышел? В лесок, в свой любимый лесок. Вот с меня прям пот течет градом. На улице душно, прям, вот я не могу, именно душно. Не жарко, а вот прям именно душно. Это вот мошкара тоже приклеилась, как я не знаю, что ей нужно. Вот, и, блин, красота такая. Вот сейчас иду, смотрите, сзади меня березовая роща. И я туда отправляюсь. Прям круто. Я кайфую. В общем, продолжаю дальше также к своей цели идти. Заниматься какими-нибудь делами, которые мне нравятся, которые приносят пользу. Которые, возможно, не приносят никому пользу. Приносят только мне, приносят мне деньги. А у кого-то этих денег становится меньше. За счет того, что они ко мне приходят. Нет, не думайте, это я никакими мошенническими схемами не занялся. Просто всегда же так. К примеру, если ты в магазин идешь, покупаешь мясо, у тебя стало денег меньше. У того человека, у которого ты купил мясо, у него денег стало больше. Блин, как правильно этот монопод-то держать? Еще приловчиться к нему. Он неудобный, капец он неудобный. Рука у меня уже устала. Или, может быть, у меня телефон слишком тяжелый. Или я прям дохликом каким-то стал, что от левой руки он реально дрожать начал. Ладно, что-то я уже
говорю ни о чем. Но смотрите, какая красота вокруг. Вот сейчас должно быть видно более или менее нормально. Это прям обалденно, прям мощно. И напишите, пожалуйста, вот я с этим моноподом снимаю и без монопода. Вот кто меня особенно постоянно смотрит, наверняка как-то замечаете или уже не замечаете, как лучше была съемка, то есть меньше дрожания камеры, меня приятнее как в кадре видеть, то есть когда я вот сейчас с этой палкой, с моноподом записываю, или когда я просто от руки снимал. Вот. Потому что с ним я еще никогда не записывал, и тут решил попробовать. По идее, мне кажется, что так именно должно быть лучше, так должно быть намного лучше, поэтому пусть будет. В любом случае, всегда нужны вложения в какое-то дело, которым ты занимаешься. А так как я YouTube занимаюсь, и занимаюсь уже не первый день, не первый год, даже не два и не три года, то хотелось бы, конечно, результат побольше, но есть то, что есть. В общем, друзья, такое видео получилось, какое получилось. Я пошел дальше прогуляюсь, меня не теряйте. У меня просто-напросто сейчас творческий кризис, и я реально заставил себя выйти из дома, чтобы пойти поснимать, потому что жара. Вот пока иду, промок уже. Пойти поснимать и заодно вот эту новую тему развить. В общем, благодарю всех за просмотр. С вами, как обычно, был Александр. Всем до скорого, всем пока-пока.